8 ноября Православная Церковь чтит память святого великомученика Дмитрия Солонского. Поэтому 11 ноября в Доме культуры «Современник» провели познавательную нравственно-духовную программу для школьников о великомученике Дмитрии Солонском. Множество чудес совершил святой на российской земле. Церковное почитание святого великомученика Дмитрия в Русской Православной Церкви началось сразу после крещения Руси. Сотрудница городской библиотеки номер 5 Надежда Круглова подробно рассказала всю историю жизни и смерти святого великомученика Дмитрия Солонского, а также чудодейственных явлениях, связанных с ним. Кроме того, из программы школьники узнали не только все о святом Дмитрии, но и получили подробную информацию об истоках названия нашего города, посмотрели интересную мультипликационную презентацию о жизни великомученика и о церквях Дмитровского района. В заключение своего выступления сотрудница городской библиотеки номер 5 Надежда Круглова пригласила всех ребят в читальный зал Дома культуры, где они найдут немало интересной литературы не только о Дмитрии Солонском, но и много других интересных книг. Ведь книга для души и ума, что теплый дождь для всходов.